Привет! Мы переехали в съемную квартиру и решили ее преобразить. Начали со спальни. Сняли старые обои, зашпатлевали и покрасили стены. Поменяли линолеум, преобразили дверь и сделали красивые плинтуса. Наполнили комнату мебелью, сделанной своими руками. Полностью оформили рабочее место и отреставрировали кресло для будущей зоны отдыха. Пора закончить начатое. Я Катя Панкова, и мы начинаем. А начнем мы, пожалуй, с журнального столика. Он будет очень необычный, но при этом бюджетный, если вы решите сделать такой сами. Столик мы будем делать из фанеры 16 мм. Нам сейчас необходимо будет нарезать много-много полосочек шириной 5 см. Необходимо отпилить 14 длинных полосок, это столешница, и 28 коротких, это будут ножки стола. По проекту столешница и нижняя часть нашего столика должны быть скошены. Сейчас мы этим и займемся. У вертикальных полосочек отпилим уголочек сверху и снизу. Конечно, быстрее всего это будет сделать при помощи торцовки. Я делаю срез под углом 22,5 градуса, оставляя несрезанным 1,5 сантиметра. Так необходимо отпилить сверху и снизу. Упор в этом деле отлично помогает. Пока не убрали торцовку, я сразу нарезаю маленькие квадратики, которыми мы будем соединять все детали. Их нужно 26 штук, только для столешницы. Настало время соединять наши детали. А соединять мы будем их на косой шуруп при помощи кондуктора Крэг. Мы решили, что в нашем случае это будет самый лучший способ. А если у вас нет кондуктора Крэг, то можно рассмотреть вариант соединения на шканты. Но нам повезло, у нас кондуктор есть. Так что мы справимся гораздо быстрее. Выглядеть это все будет вот таким образом. Центральная полоска – это будущая столешница. И боковые части – это ножки. Они соединяются под прямым углом. А потом между ними будут вставляться вот такие прямоугольнички, которые закроют отверстия от Крэга, а также соединят все наши элементы. Косой шуруп прекрасен тем, что не нужно ничего вымерять, настраивать. Прицелился, зажал и просверлил. Так что эта задача заняла совсем немного времени. Давайте слегка передохнем от изготовления столика и переместимся в спальню. Мы переехали с Пашей в эту квартиру еще зимой, и все это время на окнах у нас были обои. Вы бы знали, как мне хотелось их оторвать, но я не могла этого сделать, потому что у нас не было штор. Сегодня настало время это исправить. Начнем с обоев. Ого! Похоже, окна не мыли несколько лет. Я предполагала, что нас ждет, и поэтому подготовилась заранее. Чтобы мытье окон не стало серьезной проблемой, у нас появился вот такой новый домашний помощник. Это квадратный робот, мойщик окон Atwell Zora Z7. Как я уже сказала, снаружи окна очень грязные, поэтому нам понадобится его помощь в два подхода. И начнем мы с сухой уборки. Итак, почему мы выбрали именно Zora Z7? Потому что он прекрасно подходит для мытья окон разной степени загрязненности и площади. У него низкий уровень шума, так что он не мешает ни нам, не соседям. Atwell Zora Z7 компактный, удобный и стильный. А еще у него есть голосовая функция, которая повышает удобство управления роботом. Уборка закончена. Ну что ж, с первым этапом покончено, переходим к влажной уборке.
Заливаем моющее средство. Еще один плюс. Вы можете использовать любое моющее средство для окон, а робот сам распылит его, причем только на стекло и ровно столько, сколько нужно. Салфетка из качественной микрофибры моет окна, не оставляя разводов. Материал хорошо собирает грязь и впитывает влагу, а большой размер салфетки делает уборку гораздо продуктивнее и быстрее. Еще одно преимущество Atwell Zora Z7 состоит в том, что он моет и высокие окна, так как имеет 5-метровый трос с адаптером. Кстати, питается робот от сети, но для безопасности снабжен резервным аккумулятором, который не даст ему сорваться при внезапном отключении питания. Все предусмотрено. С помощью Zora Z7 можно очистить и безрамные поверхности, например, зеркала, остекление мебели, плитку в ванной или душевую кабину. А вот и результат. Наконец мы можем переходить к дальнейшему преображению окон. А если вы хотите такие же чистые окна, как и у нас, то скорее переходите по ссылочке в описании и приобретайте такого чудо-помощника Atwell Zora Z7. А по промокоду Панкова Z7 вы получите еще и скидочку в 7%. Ссылочка в описании. Мы приехали в салон штор с четким запросом. Нужно было только выбрать ткань. Решили делать комбинированные шторы. Нижняя часть будет цвет изголовья, а верхняя светлая. Подобрали все ткани, определились с размерами, зафиксировали наши хотелки и оставили заниматься шторами профессионалов. Пока будут шить шторы, мы как раз успеем закончить все работы. Поэтому возвращаемся в мастерскую. Что ж, отверстия для соединений готовы, можно собирать. Чтобы детали были ровные, мы сделали упоры под прямым углом. Своего рода кондуктор для сборки. Вот таких арок у нас должно получиться 14 штук. Итак, мы соединили наши детали при помощи крега. У нас получилось вот таких вот 14 рам. Прежде чем мы будем соединять их в единый стол, нам нужно скруглить наши края. Делать это мы будем при помощи кромочного фрезера. Все? Делай. Слушай, ну ты что, уже собрался, что ли? Надо очки одеть. Да? Да. Вот, надел. А уши надо? И уши надо. Еще нужно маску надеть. Ну точно. Давай, техника безопасности. Кать, ну долго мне ждать? Кать, можно побыстрее? Все, погнали. Страшно. Если фрезера у вас нет, это не проблема. Углы скруглить можно и шлифмашинкой, и даже ручным шлифовальным блоком. Одна разница – вы потратите на это больше времени. Ну и фрезером, конечно, все скругления будут идеально ровные. Так изделие будет выглядеть более аккуратно и закончено. После фрезеровки обязательно нужно отшлифовать каждую деталь. Я беру в данном случае абразив 150 грит. Для соединения деталей стола снизу нам нужна тонкая полоска. Не буду сейчас углублять вас в это, увидите уже при сборке. Просто знайте, что нам нужно две полоски для ножек. Я заклеиваю скотчем отверстия от крега, чтобы эти места остались неокрашенными. Нам нужны точки склейки для надежной конструкции. Клеить буду инсталлярный клей, так что дерево должно быть чистое. Наконец, мы переходим к самому интересному – окрашиванию. Я долго думала над цветом, и у меня было три варианта. Это темно-серый в цвет двери, бордовый в цвет тумб и насыщенно-синий. Я все-таки решила остановиться на темно-сером оттенке, потому что это более беспроигрышный вариант. Красить я буду, как всегда, своей любимой краской Dulux мебель и дерево. Это грунт-краска, она подходит для множества поверхностей, таких как фанера, МДФ, ДСП, ЛД,
ДСП. С ней вы легко сможете преобразить старую мебель или качественно покрасить новую, даже в домашних условиях, потому что она практически не имеет запаха и очень проста в нанесении. 50% успеха в окрашивании – это правильно подобранный инструмент. Можете использовать велюровый валик с коротким ворсом или же поролоновый. Я в этот раз буду красить поролоновым валиком. Краску тоже нужно подготовить. Обязательно тщательно перемешивайте ее, подняв со дна сухой остаток. И перемешивать нужно каждый раз, когда вы наливаете новую порцию краски. Это важно. Как я уже сказала, это грунт-краска, так что предварительная грунтовка нам не понадобится, даже если вы красите МДФ или ЛДСП. Проверено мною много раз, держится отлично. Первый слой у нас будет служить грунтовочным, так что он должен быть тонкий. В труднодоступных местах я прокрашиваю кистью, это должна быть плотно набитая кисть со смешанным ворсом. Теперь в ход идет валик. Распределяем краску по поверхности, а потом задаем ей направление, практически не нажимая на валик. В этом весь секрет. Задав направление краски, вы избежите появления бороздок от валика. Вдобавок, краска еще сама выровняется на поверхности, и так вы получите идеальное покрытие. Первому слою обязательно нужно дать просохнуть минимум 4 часа, а лучше оставить на ночь. После того, как первый слой краски высох, мы оставили ее на ночь, нужно обязательно сделать следующую процедуру. Берем шлифовальную губку, можно взять вот такую мягкую или плотный брусочек, абразив от 180 и выше, и начинаем шлифовать нашу поверхность. Таким образом, мы избавимся от поднявшегося ворса, а также каких-то ворсинок, пылинок, которые попали на поверхность во время окрашивания. При этом не забывайте обязательно надевать респиратор. Обезпыливаем поверхность чуть влажной тряпочкой и можем наносить второй слой аналогично первому. Этот слой уже может быть чуть жирнее, но не переборщите, лучше при необходимости нанести еще третий слой. Эта краска очень укрывистая, как правило, хватает 2, максимум 3 слоя, если цвет капризный. Так как мы красим стол, то лучше столешницу защитить лаком. Можно брать любой лак на водной основе. Вертикальные поверхности, такие как фасады и корпус мебели, лаком защищать не обязательно. Даже кухонные фасады спустя несколько лет отлично себя чувствуют, и их можно мыть жидкими моющими средствами. Главное — дать краске полностью полимеризоваться в течение 2 недель. В этот период старайтесь не использовать активно предмет мебели и не мыть его. Если вы будете придерживаться всех правил, то результат вас обязательно порадует, и вы просто не захотите пользоваться другой краской. Но если этой краски нет в вашем городе, не спешите расстраиваться. Прямо сейчас вы сможете купить любую необходимую вам краску Dulux на Яндекс.Маркете. И я даже для вас попросила промокод. По промокоду Панкова у вас будет скидка 15% до 31 мая 2023 года. Ссылочка, как всегда, в описании. Что ж, начинается самое интересное. Чтобы все маленькие детальки у нас были приклеены ровно, мы сделали специальный упорчик. Вот и все, процесс пошел. Наносим клей на специально подготовленное место и сажаем прямоугольники на шпильки. Сверху накрываем следующей деталью, все так же промазываем клеем и прибиваем. Главное, следите за тем, чтобы конструкция стояла ровно. Собственно, в этом и заключается вся сборка. Так мы собираем все детали. Что, вроде похоже на стол? Ой, опасно. В наушниках не было слышно этого звука. В общем, я думаю, что его не стоит переворачивать, нужно низ приделывать. Да. Хотела вам показать промежуточный вариант, но не вышло. И вот те самые полосочки, о которых я вам говорила ранее. Их мы прибиваем снизу, соблюдая точный шаг между деталями. И сейчас, уже пройдя этот путь, скажу вам, что лучше одновременно собирать низ и верх. Так стол будет идеально ровным. У нас же он немного покосился. И вот такой столик. Опа. У нас получился. Он, конечно, слегка кривоват, но он мне все равно нравится. Самое классное то, что в такой технике можно сделать вообще много всего. И скамейки,
стульчики, как садовую мебель, так и что-то для дома. Мне кажется, выглядит очень эффектно, но при этом делается достаточно просто. Причем вы потратите не так уж много материала на это, то есть себестоимость у него низкая. Но столик — это не единственное, чего нам не достает в комплект к отреставрированным креслам. Посидев в них, мы поняли, что нам очень не хватает пуфиков для ног. И решили сделать вот такие пуфы и интересные формы. Выглядит сложно, но я думаю, мы с ними справимся. Сейчас раскроим фанеру и соберем для них каркас. А потом будем уже заниматься мягкой обивкой. Размер каркаса пуфа будет 30 на 30 на 30 сантиметров. Но потом за счет поролона пропорция у него немного изменится, станет более вытянутой. Детали готовы, давайте прикинем, как это будет выглядеть. Такие маленькие они что-то. Ты так делаешь-то? А? Чего они такие узкие? Так они же, у тебя здесь поролон будет. Может, хотя бы наоборот сделать? Типа вот так? Паша, конечно, вогнал меня в сомнение. Действительно, казалось, что слишком узкий будет пуф. Но я решила оставить как есть. Надеюсь, поролон исправит пропорции. Вот такой незатейливый каркас пуфика у нас получился. И наверняка у вас возник вопрос, что это за пяточки. Сейчас вам поясню. Мы будем приклеивать поролон к каркасу. Вот здесь у нас получатся округлые части сверху, а снизу они должны быть четкие. И для того, чтобы добиться этой четкости, как раз у нас есть вот эта пяточка. То есть, когда я буду натягивать ткань и пристреливать ее степлером, она не будет сминать поролон, она будет упираться вот в торец этой фанеры. Сейчас мы будем собирать это все на крэк и потом уже займемся мягкой частью. У нас были остатки поролона толщиной 5 сантиметров. Его и буду использовать. Но я думаю, тоньше поролон не имеет смысла брать, либо делать бутерброд из тонких листов, чтобы в итоге вышла толщина минимум 5 сантиметров. И берите лучше жесткий поролон, чтобы пуфы могли служить и в качестве столика. По ширине поролон я вырезала с запасом, а вот по длине четко в размер, так как нам придется клеить его с торца. Я использую самый простой клей для поролона. Такой продается в Леруа и на всех маркетплейсах. В описании оставила для вас ссылки на все материалы. Это контактный клей, так что наносить его нужно на обе склеиваемые поверхности. Но будьте аккуратны, клей воняет жутко, нужно проветривать помещение. В данном случае довольно трудно приклеивать поролон, поэтому решили делать это вместе, чтобы не испортить все. Вот и получилась та самая округлая форма. Однако мы поняли, что косого шурупа недостаточно для этой конструкции, поэтому решили добавить еще металлические уголки для жесткости. Но прежде срежем лишний поролон. По два уголка на каждую сторону, кажется, будет вполне достаточно. Такая конструкция однозначно станет жестче. Из поролона толщиной 1 см я вырезаю детали для внутренней части пуфов. Внутри достаточно слегка скруглить острые углы и закрыть уголки. В данном случае тоже лучше приклеивать поролон вдвоем, иначе это будет сделать проблематично. Углы я сильно не приглаживаю, чтобы они остались скругленными. Лишний поролон я срезаю также по месту. Торцы пуфа нам тоже нужно закрыть поролоном, иначе это будет некрасиво смотреться. У меня план такой. Я сейчас вырезала из поролона вот эти передние части. С одной стороны приклею их сейчас на один пуф и на другой пуф. А с другой стороны приклеивать не буду. Потом сделаю выкройку и чехол, который будет с этой стороны по форме, с той стороны тоже по форме, но только по верхней ее части. А вот снизу я прибью скобами и потом загну это все под поролон,
который у меня остался тоже с другой стороны отрезанный по форме. Наверное, сейчас это все сложно для вас. Я думаю, что по ходу дела мы разберемся. Сейчас, в общем-то, приклеиваем вот этот поролон. Ну что ж, начинается самое интересное. Будем делать выкройку для этих пуфов. А интересное оно потому, что я шить не умею. И выкройки делать тоже не умею. Но, надеюсь, все получится. Мы взяли ткань букле. Я, конечно, хотела более такую кучерявую, но не оказалось наличия. Так что у нас будет более гладкая буклешка. Ну что, нужно это все переносить на ткань? Все наши размеры? Я полагаю, что так. Оставляю с каждой стороны по 1 сантиметру для строчки. Подписчики меня научили, что выкройку нужно делать до того, как мы изделие покрываем синтепоном. И я вам очень благодарна за этот совет. Действительно, так чехол получается более плотным. Ну что, Катя, хватает? Есть такое ощущение, что нет. Хватит, я тебе говорю. А как вот ты будешь пришивать без припуска? Ну, ты разберешься, да? Я точно разберусь. Так. Не хватает, Кать, да? Короче. А завтра этот закрыт. Ребята, Паша, как всегда, оказался прав. Ткани нам не хватит. Магазин тканей сегодня не работает, у них выходной. Я еще плюс напортачила, разрезала сразу ткань и не учла себе запас на то, чтобы прибивать скобами. Не знаю, как я сейчас выйду из этой ситуации, буду как-то пытаться это все собрать воедино. В общем, сейчас мы сделаем один пуфик. Завтра докупим ткань и завтра уже сделаем второй. Так что давайте будем вырезать вот эти передние части и уже все вместе это наконец-таки собирать. Чтобы у меня получился аккуратный шов по такой форме, я сперва соединяю все булавками. Прям часто-часто, чтобы ткань лежала ровно. Можем прошивать. Примерим. Все отлично. Можем шить чехол дальше. Пока чехол отложим, нужно обтянуть пуф синтепоном, чтобы он был попышнее, и так мы защитим поролон от истирания тканью. Итак, момент X настал. Так, разобраться бы теперь в своих каракулях. Конечно, не очень удобно будет прибивать. Почему? Ну, потому что я не буду видеть, как-то его крутить-вертеть вот в разные стороны. Так, вот здесь пока... Отгибаем вот так. И вот это тоже отгибаем. Мне надоело работать ручным степлером, поэтому у нас появился пневматический инструмент. Но здесь вообще без проблем можно сделать все ручным степлером, потому что скоб здесь будет немного. Больше здесь... именно шитье. Аккуратно прибиваю ткань, стараясь ее не перетягивать. Ткань вырезана по форме, так что можно прям по линии забивать скобы. Теперь можно загибать ткань на дно и фиксировать. Слегка промазываю клеем торец, чтобы зафиксировать поролон.
равномерно распределяю ткань и фиксирую ее снизу скобами. Также сразу формирую уголки на уже сшитой стороне. Остается самое сложное – сшить детали потайным швом. Как шить потайным швом, поищите в интернете, на схемах это более понятно. Я советую тут брать изогнутую толстую иголку и толстую крепкую нить, чтобы она ни в коем случае не порвалась при натяжении. У меня игла обычная, потому что изогнутая слишком тонкая, просто ей все пальцы исколешь. Ну что, ребят, наступил следующий день, магазин ткани работает, и угадайте что? Правильно! Ткань разобрали. Так что в этом ролике у нас будет один пуф. Я думаю, что мы второе все-таки доделаем, потому что они действительно очень удобные и необходимы нам. Просто выложим это уже в Телеграме. Ну, сейчас мы заказали ткань, однако она придет уже после выхода этого ролика. Ну, вот так. Облажалась я. Бывает. Вообще, я хочу сказать то, что этот пуфик такой... со звездочкой в изготовлении, потому что достаточно сложно было сделать вот этот шов, особенно в уголках. У меня вообще не очень красиво это получилось. Но я думаю, что сейчас еще у нас исправит немного ситуацию отпариватель. Ткань получше сядет на эту форму, и, надеюсь, некоторые нюансы у нас уйдут. Осталось нам завернуть уголочки, пару уголков, приделать подпетники. И все это отпарить. И пуфик готов. При изготовлении таких сложных мягких конструкций отпариватель нас всегда выручает. Один раз случайно попробовали, потому что был под рукой. Он разгладил все складки, и теперь я им всегда завершаю изготовление мягкой мебели. Вот и все, пуф готов. Можем возвращаться в спальню. Тем временем нам шили уже текстиль, и мы наконец можем повесить его на окна. Я решила и тюль, и шторы сделать чуть длиннее, чтобы они красиво падали на пол. Я прекрасно понимаю, что для многих это просто неприемлемо, но думаю, тут спорить не о чем, у всех вкусы разные, для меня именно так красиво. Тюль нам шили из испанского льна, и она, конечно, выглядит очень достойно. Нам сразу же сделали защипы, чтобы ткань красиво драпировалась, так что можете взять это на заметку. Шторы у нас из синтетической ткани с добавлением акцента в виде репс. Ленты. С изнанки выглядит вот так. Мне кажется, с текстилем на окнах стало гораздо уютнее. Также стоит заметить, что изголовья отлично поженились со шторами благодаря подобранной нижней ткани. А еще мы повторили черную полоску, которая у нас на противоположной стене. Напомню, что балку для карниза мы тоже делали сами. Это деревянный брус, к которому приклеен потолочный карниз, и все выкрашено в один цвет. Единственное, что хочется отметить, это то, что мы слишком близко закрепили шину для штор. И теперь мы просто не сможем сделать экран на батарею, как это было в изначальных планах. И сейчас я даже не могу покрасить батарею, потому что у нас до сих пор не выключили отопление. Так что в своем телеграм-канале я обязательно покажу преображение этого радиатора, потому что все материалы я уже закупила. Ну а пока он пусть прячется за тюлью. Что ж, думаю, мы можем уже расставить весь декор и наполнить эту комнату уютом. Давайте начнем, пожалуй, с комода. Если вдруг кто-то пропустил, раньше это был обычный комод из ЛДСП, вообще ничем не примечательный. И вот так мы его преобразили. Поначалу он нам казался немного странноватым, но сейчас мы его полюбили, и он здесь просто идеален. У него красивая столешница, которая предполагает красивый декор на ней. Вот тут я бы хотела повесить еще красивое зеркало в золотой раме, но пока не нашла подходящее. Однако уже эта зона заметно преобразилась. Двигаемся дальше. Вот тут возле кресла я себе сразу же представляла красивый напольный светильник. И такой я нашла на AliExpress. Это, конечно, реплика, но выглядит он, согласитесь, очень эффектно. Мы к нему докупили еще длинную
лампочку Эдисона, и она прям дополняет этот предмет. А вечером он просто волшебно светится и отражает свои лучи на потолок. Все светильники в этой комнате у нас с AliExpress. И скажу вам по секрету, не все они нам понравились. Мы снимем об этом отдельный выпуск, будет очень интересно, так что подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Ну а мы двигаемся дальше. В прошлой серии мы повесили один светильник над кроватью, точно такой же установили и на вторую светоточку. Что ж, думаю, столик и пуф наконец могут занять свое место. В качестве декора на стол я выбрала вот такую ломаную вазу из зеленого стекла, это Zara, и купила к ней веточки магнолии и эвкалипта. Мне кажется, они идеально друг другу подходят. Наш пуф, надеюсь, недолго будет ждать своего брата. Кстати, он оказался очень удобным, уже было опробовано. Ну что, давайте вспомним, как эта комната выглядела, когда мы только заехали. А вот как наша спальня выглядит сейчас.